мы приветствуем вас на 5-м юбилейном Тольяттинском фестивале «Рок не ради денег». Позвольте мне немного поговорить о нашем блестящем фестивале. Первый фестиваль «Рок не ради денег» успешно прошел на территории Творческого союза художников «Солярис» 30 августа 2014 года. В нем приняли участие 12 групп из Тольятти, Самары и Ульяновска. В 2015 году, 22 августа, состоялся второй фестиваль «Рок не ради денег», участники которого стали уже 19 команд из Самары, Ульяновска, Саратова, Тольятти, Сызрани и Жигулевска. Третий тольяттинский фестиваль «Рок не ради денег» прошел на базе «Солярис» 27 августа 2016 года. Организационным комитетом фестиваля были утверждены к участию 15 рок-групп из Москвы, Ульяновска, Самары, Тольятти и Сызрани. В прошлом году уже вот на этом самом месте состоялся четвертый фестиваль «Рок не ради денег», в котором приняли участие 12 рок-групп. А сегодня все мы собрались уже в пятый раз, чтобы послушать 14 замечательных команд! Позвольте мне поговорить о наших замечательных спонсорах, без которых это мероприятие бы ну никак не смогло состояться. Как и прежде, генеральный спонсор фестиваля «Рок не ради денег» – Тольяттинская репетиционная база и студия звукозаписи «Альтерика». Ваши аплодисменты «Альтерике»! Генеральный информационный партнер фестиваля – радио «Самары Максимум». Первая независимая музыкальная радиостанция в Самарском регионе. Радио «Самары Максимум» – это только качественное звучание лучших хитов современной и классической рок-музыки. А также спонсоры нашего фестиваля – сеть магазинов «Музторг». Находясь в поиске надежного и качественного музыкального инструмента, будьте уверены, вы найдете его в «Музторге» в каталоге интернет-магазина «Музторг.ру». Более 20 тысяч товаров в наличии и под заказ, от медиаторов до сложных студийных консолей. Также нашим спонсором является компания «Бетон ТЛТ». Выбирая товарный бетон и цементный раствор от компании «Бетон ТЛТ», вы выбираете качественную и надежность, проверенную временем. А также нашим спонсором является компания «Модирекс», которая специализируется на профессиональной мобильной съемке видео высокой четкости. Представитель компании «Модирекс» Игорь Воронцов, специалист самой высокой квалификации в области работы со звуком. Сегодня он руководит персоналом нашей сцены, выступая в роли мониторного звукооператора. Давайте поприветствуем Игоря! А также нашим спонсором является и оказывает глубокую поддержку нашему фестивалю Тольяттинская школа барабанщиков. Бей, пока молодой. Ударная школа РФ. Всех наших спонсоров вы можете ярко увидеть на нашем плакате. Респектом до земли, низкий поклон. Также мы хотим поблагодарить Департамент культуры администрации городского округа Тольятти за помощь в организации фестиваля. Поблагодарить директора паркового комплекса истории техники имени Сахарова Дмитрия Валерьевича Никитина за активное содействие в проведении фестиваля. Ну что же, мы заждались. Мы очень хотим услышать первую команду. И первая команда, которая откроет наш замечательный фестиваль, очень яркая и запоминающаяся. Встречайте, команда «Луиза»! We'll be right back.
Никита, почему?